Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Мы с вами на стадионе Крылья Советов. Тайфун приехал в гости к сетуинцам. Тайфун, который в данный момент, ну, скажем, да, на выездной серии. И сегодня начинает свой небольшой поход по сетку. Потихонечку уже перемещаемся на лед. Первые звенья готовы к стартовому вбрасыванию. Овечки не смог, ну а зато крылья пытались ее довольно быстро перевести вперед. Правда, там защитники Тайфуна оказались на месте. А вот здесь Вяркин шайбу забирает. Приехал, передача! С колена бросок классный, дальше обратно на пятак. Все неплохо. Данцов приехал, шайбу. У, какие-то крылья выбил. Еще один пас на синюю линию. Бросок Кадочника выкатился. Все-таки шайбу. Да, оставил у себя неприятный момент. У ворот крыльев. Но справить. А сейчас Лев Михеев по крупным планам. Это был. И тут же ответ крыльев. Ох, как раскатали. Не попадает Дедковский. За воротами пытались с Тайфуна начать атаку. А вот здесь Зубчинский выход практически один на один. На точке вбрасывания. Не удалось выиграть. Дальше Погонщиков поборолся. Да, Вяткино! И шайба! Все-таки заползает в ворота от Евгения Погонщикова. По-моему. Погонщикова сейчас посмотрим. Но кто-то там на дальней штанге-то оказался. И, пожалуйста, счет крылья все-таки открываю спустя огромное количество моментов чужих ворот. Ну, всяко больше их было, чем у Тайфуна. Уже второго месяца получилось для дальневосточной команды очень неплохие. А здесь вторая шайба в этом матче. Первая для Тайфуна. Иван Лапшин сравнивает счет в этом матче и отправляется принимать поздравления от своих партнеров. Так хорошо Лапшин попал, что шайба в воротах-то по сути и не задержалась. Статистика за 32 матча. А вот тут сейчас может что-то получиться у крылья. Ну, не 32-ю, но вторую шайбу могли сетуинцы забросить. И дальше такая легкая паника у Тайфуна продолжается перед воротами. Бросок от синий. Жужгамов-то все не может. Переводит налево. Дальше в центр Зубчинский. Зубчинский! Бросок в ближний угол. По одной шайбе. Команды друг друга забросили. Не факт, что мы не увидим еще одну, и вот как будто слыша это, какие-то Тайфуна выбили шайбу на пятак. Зудилов пока шайбу держит, вот так отдает Зубчинскому. Зубчинский классно пошел к воротам, едва не переиграл. Бунов дальше на синюю, обратно шайбу получает. Последние секунды большинства, бросок по воротам в клюшку. Лапшин попадает. Все крылья в полном составе. И под это объявление Тайфун забрасывает вторую шайбу. Ну вот так. Пока Скорлупкин там ехал своим помогать. Павел Елизаров забрасывает в чужую зону. Вяткин ждет партнеров. Хорошо на Дедковского. Ну и забрасывать нужно. Отправляется Тайфун. И снова, смотрите, 2 в 1 получается. А вот здесь решил Овечкин сам бросить. Попробует все-таки атаку провести левым флангом. Зудилов хорошо отклеился от соперника. Тут же бросается. Ну, а просто потому что
12 минут у него было, но вот сейчас, соответственно, еще плюс 2. Порошин шайбу на синей линии поддержал, отдал партнеру. Дальше по центр! Дамир Белялов в девятку отправляет шайбу. И тем самым счет у нас становится равный. 2-2. С набором баллов результативность. Ой! Ничего себе! Хороший сейчас момент был. Павел Поносов устроил кисту крыльев. Тайфун до шайбы добрался, но ненадолго. Зубчинский. Хорошо, аккуратно Шумилова. Шумилов в штангу! По-моему, попадает. Еще один момент у Тайфуна. О, как сейчас было убрано Овечкиным! Ну, после такого момента можно хоть все вбросы проиграть. Не забил, единственное, что. Панов. Ох, хорошая передача. Прошла Баданин, как на Белялова! Черещенко от Лебедкина отклеился. Дальше передача вот такая на дальнюю штангу. А вот так, хорошо, разыграли. Но вот дальше Шумилову не дали бросок все-таки подготовить. Миргород бросает там рикошет и попытка добить шайбу в ворота. Где она там оказалась? Но вылетела по итогу. В воротах так и не побывал. Тоже иногда хоккей смотрит. Ну, сейчас футбол-то нет. Овечкин стремился к чужим воротам. Передача на Бунова. Шикарная по замыслу. Ну и по исполнению-то тоже она была шикарная. Вот только защитники крыльев помешали ей дойти. Да, уже не в два раза опережает соперника, но тем не менее. Даже Дель запустит. Ну, потому что Скай себе может позволить. А вот здесь сейчас у крыльев хороший выход нужно реализовывать. Ну, я не знаю, мне кажется, команде нужно, ну, если не завтра с утра, то уж после матча точно завтрашнего сходить в зеркало, свечку поставить. Подаем сопернику, и вот тут можно убегать сейчас крыльям. 2-1 атака. Ну, после этого рывка Лебедкин быстренько пошел на смену. Дроби. Дроби на партнера Кадочнику. До конца третьего периода. Перехват Терещенко. Да, правильно. Можно крагами тоже хоккей играть. До конца третьего периода. Перехват Терещенко. Да, правильно. Можно крагами тоже хоккей играть. Зудила. Приезжает в чужую зону. А все-таки додумали арбитры. На синюю бросок Гома. На месте. Дальше никого не было. Закрывают зону крылья. Не дают просить одинокого. И все-таки шайба в воротах. Но отправляет ее туда Артем Дитковский. Вот 50-м номером. Получилось на добивании сыграть. И Дитковский получает свою порцию аплодисментов и поздравлений. Давайте смотреть. Да, вот здесь первый бросок не получился. Заезжает в чужую зону Раров. Ну и на этом все. Да. На этом все. Крылья одерживают таки победу в очень таком тяжелом для себя матче. Шестая победа в этом сезоне. Десятая строчка в турнирной таблице. Ну а сейчас разрешите отклониться. Вячеслав Илюшин был с вами. До скорых встреч. Пока.